Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Я представляю компанию My Retail Strategy. Я руководитель практики ЗОЖ направления в ритейле. Меня зовут Лидия Макшейн. Подскажите, пожалуйста, вы были спикером нашей деловой части. Расскажите, пожалуйста, какие интересные вопросы поднимались. Вы были несколько дней на наших сессиях. Да, я была и спикером, и модератором, и частично организатором сессии, посвященной фудтрендам. Это Commercial Day. И также соорганизатор следующего дня пятницы альтернативной ЗОЖ продукции. И какие у нас темы интересные? Ну, прежде всего, тема прозрачности и ответственного потребления. Это прям тренд и для производителей, и для ритейла. С точки зрения и продуктов, технологий, составов, там, этической, экологической составляющей. Большой тренд на растительные продукты, аналоги как бы животных, так называемый plant-based. И важно было донести... Важно было донести практическую применимость трендов, которые сейчас уже есть, и производители уже это внедряют для ритейлеров, для коммерческих директоров, все, кто работает с продажами, отвечают за маркетинг, как это приносит пользу. Вот. Также мы планируем проводить ритейл-туры для производителей и для ритейлеров, чтобы уже на месте, чтобы не только говорить слова презентации, показывать красивые фотографии, но также показать на практике, как живет направление ЗОЖ, какие тренды где используются, как это развивается, как работать с этим. И опять же, все это с тем, чтобы получать пользу и прибыль от бизнеса. Очень интересно. Расскажите, ЗОЖ-направление уже несколько лет стало настолько популярным. Меняется ли оно тоже? Есть ли какие-то вот уже отжившие какие-то тренды ЗОЖ-направления и какие-то новые вот прям на острие? Я бы сказала, что скорее не отжившие, это как идут наслоения, как может быть кора многолетняя вот у деревьев. То есть раньше были просто простые требования к составу, а сейчас уже добавляется к составу технологичность, там этическая составляющая, экологическая, упаковка добавилась, и это обязательно. Прозрачность цепочки поставки, то есть вот эти все слои, они добавляются, и сейчас вот это вот общая составляющая, вот такая устойчивое развитие, да, доверие, прозрачность, это вот сейчас самый главный тренд. Расскажите ваши впечатления от выставки. Удалось ли вам посетить еще какие-то деловые сессии с интересными спикерами? Может быть, вы посмотрели на стенды наших участников? Может быть, какие-то интересные вас заинтересовали? Да, безусловно, выставка – это не только когда ты сам организуешь и приглашаешь, это еще и много полезных встреч. Я и сейчас уже побегу на следующую встречу слушать моих коллег, потому что это одновременно и образовательная история, и также, конечно, интересные стенды. Ну и плюс это встречи с коллегами по рынку, там большая часть Фейсбука здесь, вот, обсуждение планов, дел, новостей, просто общение, безусловно, очень полезно. Спасибо большое за такое общение. Надеюсь, до встречи и в следующем году. Да, спасибо вам, до встречи и всем нам больших продаж и развития.